Привет, друзья! Меня зовут Алексей, и мы продолжаем свое путешествие по Карибскому морю в игре «Корсары. Горы потерянных кораблей». Итак, мы нашли на Антигу в Сент-Джонсе парня по просьбе потопленного судна нами, который дал нам задание на высвобождение его друга, или кто он там, земляка, да, ну да, друга, у пиратов, за который требует выкуп. Он нам дал 150 тысяч для выкупа и 40 тысяч предложил за работу, которую нужно будет выполнить. То есть доставить этого самого друга ему обратно. Давайте мы сейчас этим квестом и займемся. Я хочу просто сделать его так, чтобы срубить как можно больше денег, то есть и 150 тысяч забрать, и 40 тысяч забрать за выполнение, не получится, мне интересно или нет, мы об этом узнаем. Итак, сохраняемся и отправляемся в путь. Да, кстати, мы, по-моему, захватили еще и галеон, да, у нас галеон и еще компаньон, поэтому нужно будет сейчас сходить в магазин. Смотреть, здравствуйте, капитан. Там. По какому делу зашли? Подзабыл, что у нас там есть. Так, лекарство, оружие, провиант. Минимально. Так, лекарства много вам. Так, ром есть, да. Все, у нас 2000. Так, ну ты, блин, друг, вообще. Я смотрю, такой. Ну, такой компаньон. Пусть поплавает, поучится. Может быть, и пересадим его на другой корабль и отпустим его в свояси. Тыкс. Ну, по велению судьбы ты должен нам Лехансуа просто отправить. Согласен, не хочу вспоминать. Ах ты, нет, подожди. Синевиц не будет более досаждать торговцам, я прибыл за условным гонораром. Нет, мы выполним этот квест, но только потом, когда потопим синюю птицу. Ну, не хочется просто терять 100 тысяч этих. Вы, наверное, знаете, что мне будет последним. Ага, список цен. Так, прошу извинить. Лучшие товары за сущие гроши. Скидки все приятные, давайте берем деву. А, ну он не дает на эту самую квест. Один вопрос. Значит, мы идем на верфь. И продаем нахрен этот галеон. А, ну тем более это вообще каравелла. Максимальную команду заберем. Да, и заберем все товары эти. А, масло он еще перевозил. Ну, масло можно ему. Нет, не выкинуть, а. Да, обратно ему отдать. И пусть мы его продадим уже непосредственно. Верфь принимает любые заказы, капитан. Только платите деньги. А, чертеж. Доставка катамешки. Так. Не хочу я браться за этот квест. Или нет? Или я все-таки нажал взять его? Промышленный шпионаж. Хозяин верфи Сан-Джонса задержал нас в том, чтобы я выкрал из верфи Санта-Каталина чертежи нового корвета. Ну ладно, если будет возможность, то попробуем. Так, услуги верфи и продать каравеллу. Да, продать ее. Люгер. Вот если я ему продам его люгер. Компаньон останется в пассажирах, или же он заберет деньги и свалит от меня. Ай, утонет и черт с ним. Так, мне нужно будет сейчас назначить своего штурмана Джереми Питта обратно на корабль и отправиться в порт уже по поручению того самого бравого капитана на спасение его друга. Все, сохраняемся и валим отсюда. Отсюда, в открытое море. Так, в Лефрансуа, да, по-моему, нас отправил он. Сейчас еще раз секундочку мы узнаем, найти земляка. Нужно торгового капитана. Нет, это не этот квест. Нет, нам нужно вот поручение капитана. Просил доставить золотых Бартоломео в Лефрансуа. Лефрансуа. Вспоминай, где это. Это вот оно, вот. На Мартинике, по-моему, точно. Там Ла Вега и Порто-Принц. Да, Лефрансуа это здесь.
Плывем. Ой, шторм. Бочонок с медом. Вижу вымпел. Посмотрим, что в этом бочонке. Ух, сколько тут груза валяется. Собираем все это дело. Обыча. Так, денежка, свечки, бедра, кораллы, трубки. Нет, все это нам... Вот лютни, по-моему, они дорогие. Давайте их заберем. Свечки, это все фигня. Лютни продадим. Добыча. Шелка. Добыча. Парусина. Добыча. Корица и все. Мы это все только собрали. И плывем дальше. Голландцы, голландцы. Не очень я вас люблю, но 4 корабля атаковать не хочу. А вот этот вот можно будет торговый захватить. Аж 3. 3 маленьких кораблика. У нас попутчики, Кэп. Нападаем. Ну, тем более мы идем, если я не ошибаюсь, под английским флагом, да. И впереди шлюп с 60 экипажем. Но только что мы в Бейтвинт идем. Но для нашей шебеки Бейтвинт это... То же самое, что идти по ветру. Сейчас мы быстренько настигнем нашу жертву. Фрисланд шлюп. Торговый. Давай. Зарядить коней перьями есть, капитан. Ох, с какой скоростью мы вот так вот по ветру идем. Вообще отлично. Ты зачем нам паруса рвешь? Подонок ты такой. Я ж тебя абордировать хочу. Сбрасывает трюмы у него пустеют. Ну что-то мне кажется, ты очень ценное везешь. Неохотно все-таки сбрасывал, что-то подлагала игрушка немножко. Блин, и я забыл поставить среднее оружие себе. Ой, простите. Для его прокачки. Так, ну ладно, сейчас легеньким его быстренько. О, изумруд, который нам дает 10 авторитета. Мне сказали, что собирай вот такие колечки для офицеров. Но у меня пока нет офицеров. Складировать все это дело что-то нету желания. Это в трюм постоянно складывать. Да, займемся мы там потом этим. Но когда уже будет у нас более-менее... Все в ажуре. Тем более места уже нету под все под это. Лютни набрали, блин. Даже алмаз забрать не можем. Да и хрен с ним. Да ничего, мне вез. Мы уже понабрали тут всякой ерунды. Масло, дурясло. Шлюпку. Тири-тири-тири-тири-тири-тири. Так. Тот ездит на люгере, да? Значит, мы делаем вот так вот. Назначить капитана. Переместить ему команду. Теперь мы корабли. Класс. Обменять корабль. Люгер. Обменять корабль. Я думаю, ты ничуть не расстроишься в этом. 66 человек. Потому что, ну, шлюпка, да?
однозначно лучше, чем Люгер. Во-первых, и пушки тут больше, хоть и кулеврины 8-футовые стоят, да и команда, но я думаю, он будет рад. И забираем обратно свою шибеку. Шибеку. Обменять корабль. Так, переместить все товары в трум. Снять капитана. И потопить этот люгер, да? Все. Все же правильно мы сделали. Он пустой. Команда. Да, топим люгер, на котором ездил наш друг. Так, и забираем себе опять штурмана. Синетица. Ну и все, отлично. С тобой, что с тобой? У тебя есть мало очень оружия, мало очень лекарства. Парусину я заберу. Скинем тебе всю эту грязь ненужную. На тебе, Рома. 20 бочонок тебе хватит. Провианта тоже где-то 200 тебе хватит. Оружие, лекарства. Так, так, так. Стреляй, не хочу, короче. Все, я думаю, мы осчастливили своего компаньона. И я вижу. Вот там. А, ну это потонул люгер. Так, ядра мне не надо, зарядить, мне нужны клипели, и мы уходим в открытое море, сохраняемся. И следующую жертву настигаем. Настигаем мы довольно-таки быстро. Буквально сейчас. Вижу импел. И это два корабля торговцев. Вижу. Вот он, каравелла. И впереди шлюп. Ну все, шикарно. Сейчас каравеллу мы немножко похарасим книппелями, чтобы она сильно не плавала быстро. Картечью есть, капитан. Зарядим картечью, заберем сейчас шлюп, а потом уже каравеллу. Только вот ты, друг, спустишь паруса. Воевать тебе не стоит. Нет, давай-ка ты вообще уплывешь отсюда. Тебя сейчас каравелла еще на абордаж возьмет. Ой-ой-ой. По-моему, сейчас это и происходит. Черт с этой шлюпкой. Да, видите, все. Ну, глякать. Ты посмотри, какой вообще молодец. Он взял на абордаж корабль с экипажем в 212 человек, со своими там, сколько ему там, 80, и выиграл бой. Блин, ну ты просто мой герой. Красавчик. Прям я тебя теперь буду хранить для себя. Зарядить канителями есть, капитан. Ну, молодец. Будешь теперь с нами плавать, торговать. Что там впереди? Шлюпка идет. Ну, мы сближаемся с ней. Однозначно у нас скорость выше. Сейчас еще... Паруса и немножко поповредим. Если попадал нормально. Как он так стреляет, что? Попадает по своим парусам. Где у него пушки стоят передние? Я вот сейчас стрельнул и повредил себе парус. По-моему, так это было. Могу, конечно, ошибиться, но... Да, вот видите? Я по своим же парусам попадаю. Ну и мне кажется, эта шлюпка уйдет от нас. Ладно. Черт с ним, пусть она уплывает.
Мне больше интересно, что там на каравелле. Левый борт готов к залпу. На каравелле. Ну ничего, он потопил, короче. И забрал только свои товары. Наверное, так это произошло. Так, нет минимального экипажа. Хорошо. Доплыть до нашего друга. Блин. И давай. Вот. Перемещение команды. Плавай. Плавай в свое удовольствие теперь. Плывем в Лефрунса все-таки. На Мартинике. Делаем сейв гейм. И да, я угадал, это именно этот. Это пиратское поселение. Доплыть до Лефрансуа. И кинуть якорь. Прогуляемся. Да, что я еще забыл? Да, пока помню. Предметы. Миреневу поменять на скалоп. Все. Сохранимся. Так, ну я так понимаю, что Бартоломео это начальник этого пиратского поселения. Вот в этой резиденции он находится. Ведь так, ты же Бартоломео. Что тебе от меня нужно? Да, это он и есть. Я попал твоего пленника. Ты думаешь, у меня только один пленник? Называй на кого? Так, Уилки Перди есть такой? Ну, наконец-то. Я уже было подумал продать его к чертовой матери этому плантатору с Барбадоса. Ладно, это давай. Короче, Бартоломео, тут такое дело. В общем, у меня нет таких денег, но я готов отработать. Или же... вот деньги, и где я могу забрать. Так, ну давайте посмотрим, что будет, если мы попросим его отработать. Есть у меня дело, даже не знаю, как начать. В общем, нужно пустить ко дну одного взорвавшегося пиратика. Разве нельзя брать его в джунглях? Ну, понимаешь ли, так серьезные дела не делаются. Мне смерть его нужна, мне нужно... А, мне не смерть нужна, а мне нужно отбить охоту у слишком ретивых... Разевать рот на мою часть добычи. Ладно, хорошо, выпай за ним несколько людей. Понятно, сколько у меня времени. Так, надо будет. В общем, некий Диего Койот убедил часть пиратов, бла-бла-бла. Недавно они сняли с якоря на двух суднах Бешеный Билл и Плоходел. Ушли к Антигуа. Почему я не могу поручить дело своим людям? Так, и сколько у меня есть времени? Думаю, дней 12-15, не больше. Так, сохраняемся мы на отдельный сейф. На начало квеста этого. И идем в магазин. Закупаемся. Здравствуйте, капитан. Всякой по дрянью. Какому делу во-первых, зашли? Нам нужно будет продать лютни. Ну да, не особо недорого, 2400 все. Так, пульки. Тоже много нам не нужно. Там по 30 хватит. Береги, изумрудные подвески, колечки, булечки. Все это у нас есть. Все, отлично, теперь. Ну что у вас ко мне, капитан? Обычная торговля. Парусину на тебе. Глядишь, прокачаешь чуть-чуть навык плотника. Ром возьмем тебе, шелк продадим. Черное дерево под запретом, сандал, корица, копра, масло. И все. Провиант бери. Не, бери еще больше провианта, да. Вот примерно столько. Здравствуйте. У нас на корабле по что? По какому делу зашли? Кофе есть. Опять же, парусина надо купить. Залатать дырочки и скинуть порох. Очень уж много у него всего с бомбами. Этого нам не надо так много. Лекарств тоже нафиг не надо. Да и оружия слишком много, нам достаточно и вот этого. Табак тут еще у нас затерялся. Рома у нас хватит на 6 дней. Давай, бери на 15. Рома они жрут, конечно, просто
очень-очень быстро. Сохранимся. Хорошо, что вы нанесли мне визит. Что он может нам предложить? Значит, нам нужно отправить этот Т в Лавегу на Испанию. Нет, не думаю, что нам это подходит. Идем в таверну. Нашему другу. Что вам налить, капитан? Матросики. Так, максимально 199, поэтому мы делаем так и берем 199. Блин. 199. Нет? Да что ты будешь делать, блин? Стрелочки не работают на клавиатуре, когда вот надо вот так вот делать, да? Сейчас заработали, а вот до этого не работали. Так, все, окей, 199 человек. Желаете стать уважаемым так, гражданином? Могу устроить. Все хорошо. Весьма недорого. И идем. Так, нам нужно настигнуть два корабля. Журнал, поручение земляка. Бешеный Билл и плохая девушка отправились к заливу Уиллогби на Антигуе. За 15 дней нам нужно их настичь. Плывем обратно на Антигуа. И ищем тех самых Бешеного Билла и плохую девочку. Портили провиант. Мы все это делаем под английским флагом. Надо будет потом в испанца переделаться. Ром все весь попили уже. Вот смотрите, испанцы против пиратов воюют. Эскадра против трех кораблей пиратов. Не хочу я ввязываться сейчас в этот бой. Так, залив. Да, вот. Уилломбри. Ждать их здесь или же. Ага, ну и вот они. Мы их нашли сразу два этих корабля. Первый Баркентина, второй Бригантина и Бригантина. Да, книпелями дадим залп. Промажем, как всегда. Далеко мы, блин. Так, ну я думаю, они не собираются уходить. Они чувствуют уверенность в себе. Бешеный Билл. Неплохие статы у них. Довольно-таки так. Так, у этого парня есть мушкетный залп, у этого тоже есть мушкетный залп. Для этого, значит, нам надо. Для начала. Ох ты, блин, что-то я взорвал в себя. Зарядить картечью. Есть, капитан. Пороховой трюм, что ли, взорвался. Взрывчик такой был. Давай, 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 картечку заряжай. Не-не-не-не-не, от шибейки еще никто не уходил. Так, сколько у тебя народу? 160 человек, 170 у меня, да? Компаньончик помогает. Левый борт готов к залпу. Левый борт готов к залпу. Секунду. Компаньону нужно будет перезарядить книпелями и расстреливать им паруса. Чтобы. Так, 166 у нас уже экипажа. Ну, у него и того меньше, по идее. Ух, пушки взорвали с правого борта. Сволочина такая. Правый готов к залпу.
левый борт, левый борт. Левый борт готов к залпу. Все, отлично. Идем на абордаж данного суденышка. Мы же быстрее, чем ты. Однозначно мы должны быть быстрее. Кошки к борту. Правый борт готов к залпу. Пленных не брать! Так, потеряли мы, блин, почти что 60 человек. Еще вот тут мушкетным залпом у нас убили. Так, все, отлично. Абордаж был закончен в нашу пользу. Хоть и отважно сражались эти враги. О, еще и тяжелое оружие, да. 10 килограмм, правда, весит этот тотемчик. Но для прокачки тяжелого оружия нам он пригодится. Микстурочку возьмем. Пополним жизни. Алмаз, да, это все тоже нам понадобится. Для продажи, повышения навыка торговли и всех дел, которые только есть в этой игре. Все. Давай, капитанчик. Ты готов? Так, точно, капитан. Отправить. Кормить акул. Ух ты, блин, какой мощный дядька. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Действительно мощный-то. Так, у него еще и бутылочка есть, по идее, да? Ведь правильно? Ты какого ранга? 23-го. Ну ты, друг, даешь вообще. Да, у него есть бутылочка. Ой! Фу, успел. Эти капитаны. Ну ладно, зато. Блин, вот это вот не успел. Такс. Перед абордажем мы сейчас загрузимся и поменяем свое оружие на легкое оружие. Нужен браун капитаном этого судна. Где это моя Миринера? Миринера, да, иди сюда. Пленных не брать! Так, это свои. Вот это не свой. Нет, вдруг не надо убежать нам нашего парня, помощника. Еще и застрелим тебя. Да. Вот так вот. Так, отлично. Кто там? Ты. Иди сюда. Иди сюда, да. Еще разочек, отлично. Это что ты так сильно не усердствовал. Так, и последняя детка. Ну, тебе мушкета. Да, все. Так. Блин, опять собирать это все. Идол просали. Нефритовая масочка. Ну ладно, соберем нефритовую маску. Подарим ее Джереми Питу. Он нас выручал не раз. Так. Теперь я готов к бою. Да блин! Ну ты как так?
с одного удара просто, видите? Заваншотил нас. Сейчас у меня уже должна Пошли стоять. Да, стоять, да. Пленных не брать! Сейчас все у нас получится, я уверен. Если я сейчас вот здесь не проиграю, в этом бою. Давайте уже зарубить его. Молодцы. Лечебная зелька. Патрончики. Лечебная зелька. Вот тотемчик опять нашли. Ну все, это значит, что мы сейчас победим. Я уверен в этом. Уверен в этом. Мне нужно восстановить энергию. Для этого мы сейчас делаем вот так вот. Уходим в блок. И по чуть-чуть его. Так вот, по чуть-чуть. Главное, чтобы он нам блок не пробил и крит не вылетел у него. Ой-ой-ой. Это больно. Это больно опять. Фу, ты ё-моё. Не-не-не. Так, нам нужно жизни пополнить, поэтому... Нон-стопом. За счет моих пинтов вот таких вот. Не-не-не-не-не-не. Блин. Сейчас был пропущен удар. Почувствовали опьянение. И просто вот так вот. И вот так вот. Все. Один повержен. Блять, у него шамшир был, среднее оружие, тоже хорошее. Заберем его, хорошую подзорную трубу, а еще и вот тромбон, отличный пистолет. Лучше, чем колониальный, у него урон больше, но на расстояние меньше, но мы примерно всегда в упор стреляем, поэтому минус расстояние, больше урон. Так, бригантина. 24-футовые пушечки стоят у него. 16, правда, их. Просто еще сейчас замена как раз еще вот это вот наши шебеки, чтобы выполнить тот квест. Ну, хороший корабль, хороший. Но он уходит ко дну. Кормить акулда. Потопили. Так, теперь мне нужно доплыть до моего компаньона и собрать с него экипажика. Забрать.
Левый борт готов. Мне нужна команда. Друг. На тебе. Так вот, 100. Ну, 200, да. 200 нормально. Теперь ты уплывай отсюда, а мы пойдем на абордаж второй. Сохраняемся. В общем, из одной маленькой линейки квестов мы сделали огромнейшую. Причем вот с такими вот неплохими вот, ну как, противниками, да. Поручение Бартоломео. Все началось с поручения какого-то сраного торговца, который хотел, чтобы я только оставил его в живых. Но не тут-то было, так просто со мной. Давай, ладно, черт с ним. Раунд боги. 180, это на 180, 43 мы убили. А, наша команда 43. Да что ты будешь делать? Нет, друг. Так, дело не пойдет. Ну, давай, беги уже. Там он еще парень один сражается. Так, отлично. Давайте уже, зарубайте, да. Тут какая мясорубка вообще происходит. Мы сейчас вот так сделаем. Так, и последняя группа этих обормотов. Убейте его уже. Посмотрим на это все вот так вот с высока. Ковыряются. Мне кажется, мы сейчас еще и проиграем. Два этих мушкетера, блин. Ты умрешь, и ты умрешь. Просто уже это уже просто ни в какие рамки не лезет. Они там очень долго стояли, умирали, блин. Так, и еще изумруд с подвесочками. Нечего обыскивать. Так, сейчас будет второй такой бой, как и тот. Надо аптечечками затариться. О, отличный стеллажик мы нашли. Ничего, обыскивайся. Так, ну что, перекрестили пальчики с Богом. Сколько у тебя жизни? Ну, такой же, да. Вопрос только, если у него жизни. Блин. Вот это плохо было. Так, да, и у него оружие, походу, тяжелое или среднее однозначно. Уж очень быстро у него энергия. Да, ё-моё. Слишком рано Финн сделал. Ну, с этим будет проще, у него энергия быстро кончается. Мы его просто тупо на блоках заберем. Кошки генных не брать! Какого черта? Да, нашего экипажа больше явно. Мы выиграем здесь по всем. Ой. Это был нежданчик. Друзья, товарищи, заряжайте. Да, первый пошел. Не в того стрелял. В этом бою наш экипаж порезали. Бэх! Убили его. Так, и вот как теперь тех ребят. Ой-ой-ой. Так. Так, быстренько мы сейчас энергию пополним и его убьем.
Да, давай, давай, давай. Ну, видишь как. Что, не можешь ничего сделать? Теперь моя очередь. Обидно, весь как весь экипаж наш положили в этом бою. Ну да ладно. Еще трубу какую-то нашли здесь. Блин, и мы еще и этот наш тромбон, или как он там, не взяли. Так, и у нас очень мало лекарств осталось. Ну, тот бой, ну, еще раз говорю, что сейчас уже такого не повторится, мы его тупо на блоках. Ну все, видите, энергия у него полностью иссякла перед подобкой добычи для нас. На удар у него не хватило сил. Он и 21 ранга, но в чем минус тяжелого оружия, что урона он наносит, конечно, да, много, но энергии он жрет не меньше. Давай, выстрел с пистолета. Можем и умереть. Так, ну сейчас точно все получится. Кошкиных не брать. Нажму на паузу и продолжим, когда я его уже убью. Ну и вот он уже, предсмертной агонии. Мы его добиваем, да, все, победа. И у него тоже шашмир. Ну, в принципе, те же самые артефакты, что и у того капитана. Где-то раз, наверное, с третьего я его побил. Опять два раза у меня там криты и все дела. Вот, и все-таки его концовочки, он умирает. Баркентина, ну, примерно тоже такая же, как и та по статам. Ну да, тоже 24-хунтовые пушки. Так, команда осталась 123 человека. В принципе, неплохо сохранила ее. При абордаже не всех убила. Так, вино, турква. Ну и да, ее тоже топим. Новая запись в журнале. Это еще разочек. Так, поручение братома выполнено, уничтожим. Теперь нужно поторопиться в Ле-Франсуа, пока я продал пленника работорговцам. Так, ну и возвращаемся в Ле-Франсуа. Единственное, только давайте посмотрим персонаж, что у нас тут есть. Личные навыки не выросли, корабельные тоже не выросли. Для абордажа мастерского нам надо еще один корабельный навык. А для растущей жизни... Осталось там, ну да, где-то 8 навыков поднять. Так, надо как-то поднимать скрытность. Так, да, и опять же меняем свое оружие. Во-первых, тромбон ставим. 50-75 у него урон. И ставим
Так, что больше, скалоп или шашмир? Да, шашмир он по это самое, по урону больше и плюс вес у него. Вот есть тут два вида их, ну, два одинаковых, так сказать, сабельки, но одна 4.70, вторая 4.6. Вот ее и берем, она будет меньше энергии нам занимать на это, на все. Так, все, сохраняемся и летим быстренько в Ле Франсуа обратно. По пути мы чиним свой корабль обратно. Ну как, досками его учиниваем. Здоровье стало хуже. Так, нам нужно теперь поспать в тавернах, сходить в бордель. А, вот стало лучше, ну да. Просто нужно теперь поменьше заниматься пиратством. Доплываем до Ле Франсуа. Идем к Бартоломео. Предварительно сохранившись в резиденцию прямиком. Оставь меня в покое. Так, на одном дельте я по поводу твоего поручения поступил на одном. Так, ну что, Питер Плат, пустил на одного приятеля, хе-хе-хе. Да, как договаривались, отправил кормить акул. Так, вот эта работа, забирай своего заморыша и бывай здоров. Спасибо, друг, я получил 150 тысяч, сохранил при выкупе, и 40 тысяч еще получим за выполнение задания. Идем в таверну, нам нужны... Какие будут приказания, капитан? Боцман нам не нужен, мы уже боцмана одного взяли. Простатом, ты, конечно, хороший парень, но критический удар, тебе бордажник. Нужны матросы. Ну, вот видите, опять вот я жму стрелочки. Ну вот. Нормально. Так, 180. Блин, она. Так, 180 на синей птице, да, и. Ну и, в общем, остальных заберем на Эмилию. Тикс. Идем в магазинчик. Продадим то, что мы награбили. Хорошо, что вы нанесли мне визит, капитан. Так, ядра нафиг. Книпели нафиг. Бомбы нафиг. Даже это много всего. Это вот так по 300. Картечь так оставим. А, провиант нормальный. Оружие так парусину берем. Пусть чинится в открытом море. Ром. Так, все остальное здесь не надо. Так, у тебя что? Лекарство, провианта у тебя хватает. К парусину тоже бери. Латай дырки. Черное дерево продать не можем. Ром, чтобы мораль не падала, бунтов не было. И отправляемся в Сент-Джонс. Выполнять поручение того самого капитана. Взятого. На абордаж. Так, карта, да, плывем. Не будем сейчас связываться ни с кем в драку. Это нам не интересно. Плюс того, что у нас, во-первых, еще и здоровье чуть-чуть пошатнулось. Ну, хоть и сейчас выровнялось. Но пока лучше поберечь свое здоровье. Вот оно, наше здоровье, видите, то есть есть показатель отличный, хуже. Но чем больше ты дерешься, получаешь урона, тем здоровье уменьшается в эту сторону. И статы будут тоже падать так же, как если бы мы плавали на корабле высокого уровня, такой как Арабелла, Синька Лиагас. Так, и добрались мы до поселения Сент-Джонса. Вопрос в следующем. Где он нас будет ждать? В таверне или в церкви? Заходим в таверну. И вот он. Вот он. У меня для вас выгодное предложение. Есть какие-нибудь... Да, ваше поручение выполнено. Уилки Перди у меня на борту и готовится сойти на берег. Спасибо, капитан. Неоценимую услугу. Вот ваше вандонное. Здесь три сундука. Это как раз 40 тысяч пиастов. Извините, но я поспешу ему навстречу. Великолепно, нам дали три сундука золотом, дружище, дай-ка там, хоть 16 шла. Так, почему мало нанимается? Я нашел этот самый идол, один из идолов, который снимает нам авторитет. Я думаю, может, он нафиг продает, но увеличивает навык торговли.
Сейчас мы продадим сундуки и продадим этот нафиг идол. Мы торговлю и так уже набьем. Хорошо, вот, что вы нанесли. Передвигаться даже не можем. Так, нет, очень жаль, говорим по-другому. Так, продаем скалу, продаем. Да цены какие, а? На покупку его. А на продажу в 10 раз меньше. Так, продаем пистолет. Так. Сундуки. Ну, как бы, видите, он говорит, это как раз 40 тысяч пиастров. Но из-за того, что навык торговли у нас не особо большой, мы получаем только 37 тысяч пиастров. Обманщик. Хорошо. Так, лечебное зелье надо собрать. Много мы его попили. Рубины. Изумруд он дает авторитет. Золотой слиток ничего не дает. Бронзовое колечко мы обещали Джереми. Так, пули. Очень много у нас их. Хватит и 30. Град пороха также. Оберег. Плюс 10 авторитет и скрытный. Минус 20 пистолет. Нормально. Пистолет, они не особо нам нужны. Там двойная маска, некритовая статуэтка, идол матери. Тяжелое оружие. Вот она, это чаша Ололиуки, который 20 торговли, минус 20 авторитет. Не надо, она нужна, мы ее продадим нафиг. Лучше авторитет пусть будет. Так, и с товарами. Там было у нас, вот эти парусину все уже потратили на починку. Тоже бери, доски бери, чинись, качайся. Ром, черное дерево продай, оно тебе не надо. Стати, стата корабля, сейчас посмотрим, как у нас вообще, залатали дырки. Так, ну парус, да, залатали полностью, а вот корпус половину только. Для этого нам нужно еще доски, это много их надо, так, 120 хватит, я думаю. Для починки корпуса корабля. Так, парусина. Так вот сделаем. Нет, не время. Посмотрим сейчас журнал свой. Земляк, промышленный экспериментаж и шибей. На этом закончим эту серию. Продолжим уже в следующей. Что-нибудь найдем опять интересное. И пойдем это выполнять. Зарабатывать опыт, репутацию и так далее и тому подобное. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем пока!